Господь с нами. Мы будем петь разные песни, новые, старые. Мы не знаем, какие вы песни знаете, какие не знаете. Будем благодарны Господу Иисусу Христу, потому что Он пленяет сегодня наше внимание. Дорогой Отец, спасибо Тебе за Христа, за проявленного Господа нашего. Ты есть все во всем. Ты в этом зале сейчас. И мы молимся, проявляй себя, Христос. Пусть обновляй наши умы. Освежай наши сердца. Мы готовы к вдохновению Твоему. Пусть река жизни течет от Твоего престола. И пусть, Господь, наши умы пленяются Твоей любовью. И мы начинаем петь. Господь, не бывает старых или новых песен. Они все о Тебе и для Тебя. Господь, слава Тебе. Прихожу к Тебе я с хвалою. Чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. Прихожу к Тебе я с хвалою. Чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. Ты велик, Ты прекрасен, Ты велик, и другого нет, как Ты, и другого нет, как Ты. Прихожу к Тебе я с хвалою, Иисус. Чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. Прихожу к Тебе с хвалою. Чудеса Твои Саксофон. Аплодисменты, он достоин. И вместе все. О, ты велик, ты прекрасен, ты велик, и другого нет, как ты. И другого нет, как ты. Ты прекрасен,
возвысьте голоса ваши. И другого нет. Строй нас восклицанием. Другого. О, ты. Ты прекрасен, Иисус.
и слава, и красота. Радуйся, земля, радуйся, земля. Он сокрушает зло. Христос творец всего. Трепещут силы тьмы от голоса Его. Отец и Сын и Дух. Он Бог, но Он мой друг. Он левый агнец мой, Он левый агнец мой. Иисус в славословии. А какая славословие в этой церкви? А ты живешь, Иисус, в славословии. Устройте бездумную хвалу просто сейчас. Да, ты живешь, Иисус, в славословии. Приходит Дух с небес, несет в сердца свободу. Я восхищен твоей милостью. Вина ушла прочь, а мы танцуем. Попробуйте со мной. Бог мой, мы танцуем пред тобой. Двигай нами, Дух Святой, в твоей дивной радости. Кто может
может это спеть. Спойте. Бог мой, Бог мой. Мы танцуем. Разминка идет. Чуть-чуть тише на сцене. На радости. Сейчас проверим. А ну-ка, сестры, спойте. Бог мой. Бог. О! Аллилуйя. Облако свидетелей с вами танцует и поет. А, братья, Бог мой, мы танцуем пред тобой. А ну-ка. Мы танцуем. Двигай нами, Дух Святой, твоей дивной радости и милости. Вместе, давайте вместе. Бог мой, мы как дети пред тобой. Двигай нами, Дух Святой, твоей дивной радости. Помнит. Умножьтесь, умножьтесь. Бог живет в словословии. Пусть меч удлиняется. Ну, где вы? Скоро шубы снимем. Вы знаете, что помазание приходит там, где мы послушны Христу. Там, где мы почитаем Бога друг в друге. Там, где вы согласны почитать Бога в нас, а мы согласны почитать Бога в вас, Бог приходит на единство. Бог что-то сегодня предназначил. Бог хочет взрыв. Не просто в церкви, Он хочет взрыв где брат Дзержинский. Он хочет, чтобы свет взорвал всю тьму. Ты действительно начинаешь переживать помазание. Воскликни: «Аллилуйя!» Скажи: «Ты достоин!» Земля Тимрадзержинска! А если ты сильно смелый, попробуй прыгать вот так! Живешь, Иисус, в словословии. Приходишь, Дух с небес, в сердца несешь свободу. Скажи: я восхищен твоей милостью, твоей милостью. Вся тьма уходит прочь. А мы танцуем. Скажите: Иисус, Царь. Иисус, Царь,
Слушайте, что происходит сейчас, прямо сейчас. Небеса проповедуют праведность, а народы что делают? Народы видят славу. Ибо ты, Господь, вознесен над всей землей. Вознесен над всей землей. Иисус, Сай, Иисус. Прямо сейчас происходит обновление ума. Прямо сейчас Дух Святой приходит обновлением ума. Через Слово и через Дух. Скажи, огонь идет пред Ним. Огонь идет пред Ним. Скажи, сжигает всех врагов. А теперь вы. И огонь идет, сжигает. А вы знаете, что наша война не против крови и плоти? Всю тьму сжигает. Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Дальше. Огонь. А кому это нравится? Да давайте дадим ему славу. А теперь вернемся к тому, что огонь идет пред ним. Сжигает. Сжигает всех врагов. И все проблемы, горы. И горы тают, как воск от присутствия его. Присутствия Его. Небеса проповедуют праведность. Теперь вы. Небеса. Скажите, а народы? Народы видят славу. Народы. Скажите, ибо ты, Господь, вознесен над всей землей. Вознесен над всей землей. Торжествуй, и пой, наш Бог царь.
знаете, что это чудесно, когда хвала течет Господу? Если вы согласны, скажите: хвала. Через уста и через сердце. Знаете почему? Потому что сердцем мы что делаем? Верим. А устами... Вау! Представляете, какая работа происходит? Хвала течет. Скажите: пусть хвала течет. Фу! Еще раз. Пусть хвала течет. Вы знаете, что произойдет? Прямо сейчас. Все святые склонятся. Все святые склонятся. Еще раз скажите со мной. Все святые склонятся пред тобой, Творец. Каждый свой венец отдаст тебе, и вместе будем петь. Еще раз. Все святые склонятся пред тобой, Творец. Каждый свой венец отдаст тебе, и вместе будем петь. Пусть хвала твоя течет, пусть хвала твоя течет. Ты достоин славы всей, ты достоин славы всей. Все творение от тебя, все творение для тебя. Лишь ты достоин славы. Ты достоин славы всей, ты достоин славы всей, ты достоин славы всей, ты достоин всей хвалы, ты достоин всей хвалы. Все творение от тебя, все творение для тебя. Лишь ты достоин славы. Ночь и день хвала пусть течет. День и ночь, ночь и день хвала пусть течет. День и ночь, ночь и день хвала пусть течет. День и ночь, ночь и день хвала пусть течет. Пусть хвала течет. Твоему, к трону Твоему, к трону Твоему. Пусть хвала течет, пусть хвала течет. Пусть хвала течет, пусть хвала течет, к трону Твоему.
достоин славы всей. Достоин славы всей. Ты достоин всей хвалы, драгоценная личность. Все творение от Тебя, Христос, все творение для Тебя живой. Лишь Ты достоин славы, драгоценный мой. Ты достоин славы всей, ты достоин славы всей. Ты достоин всей хвалы, ты достоин всей хвалы. Все творение от Тебя, все творение для Тебя. Лишь Ты достоин славы. Иисус, день и ночь, ночь и день, хвала пусть течет. Ночь, ночь и день, хвала пусть течет. От этой земли пусть хвала поднимется, Господь, пусть хвала течет. Рекой. Твоя сила упадет в этом городе. Хвала пусть течет, день и ночь, ночь и день, хвала пусть течет. Жертва хвалы пусть день и ночь. Я пророчествую сейчас, это место жертвенника Божьего. На этом месте в одно мгновение будет жертвенник 24 часа в сутки. Когда-то на горе Сион, которая была вражеская, Господь дал откровение Давиду завоевать эту гору прямо посреди всех врагов. И эта гора не просто стала символом, эта гора стала местом поклонения 24 часа в сутки на протяжении 33 лет. Помазание текло. Хвала! Пророчествуй сейчас в ритмике аплодисментами, вот так вот. Не переставай бить рука об руку и луком о землю.
ваше священное действие, через ваше ходатайство. Смотрите, сейчас инструменты замолчат, и останется вот такая ритмика. Вижу воронку, и слава Божья, она начинает течь. Я вижу чрево Божье, которое опускается на это место. Это не просто облако, это чрево Божье. Иисус вышел из чрева Божьего, из недра Божьего. Бог опускает свое чрево, свое облако. И это не просто облако. Царь не приходит сам. Царь приходит со свитой.
с ангелами и с духами праведников, достигших совершенства. Облако свидетелей на этом месте. Проявленное облако свидетелей. Ангелы Божьи, нисходящие и исходящие к Сыну человеческому. Знаете, то, что я вижу, скажи со мной, ревность по Богу и по Его дому, обитель Бога с человеками. Это не просто человеческий дом, это не просто человеческое гнездышко, это обитель Божий с человеками, это скиния Божья, живая, где Он является светом и солнцем, где Он является реальностью. Потому что много лет церковь встречалась вокруг проповеди, а сегодня Господь говорит, что церковь будет встречаться вокруг Его проявленного присутствия. И вся проповедь не в премудростях человеческих, а в явлении силы и духа. Yeah! И об этом ревнует каждое сердце святых. Если ты ревнуешь об этом, воскликни перед Богом воинским кличем. Это не просто в покибытии, это сейчас, в настоящем времени. Бог говорит, и я есть ваш Бог, а вы мой народ. И я хочу ходить среди вас в реальности, в реальном явлении. Не просто когда-нибудь, несколько раз в месяц, чтобы каждый из вас ревновал о реальности Его на каждом встрече, на каждом общении, на каждом чаепитии, на каждом посещении, на каждой встрече, чтобы все свидетельствовало о том, что Он реален среди нас. Иногда вы молитесь и не понимаете, но Духом Святым Бог дает вам призывать имена ангелов, которые ангелы Христа Божьего, для тех, кто наследует спасение и совершает волю Отца на этой земле. Кепа шастоу лей рехма сторамба эшкамбо Recto salomba, yoramba, yoramba, yoramba sana, she, roma, lachtumba skimba, rokamba kato shapaza se, homa. И Бог говорит, я подниму мой ходатайственный голос в этой земле, мой пророческо-ходатайственный голос в этой земле. Я подниму заступников, не просто молитвенников и ходатайств, но заступников, которые согласны будут, чтобы я взял за руку и повел туда, куда я хочу. Бог говорит, сегодня я поправляю цель в теле моем. Много проектов, много различных вещей. Но Господь говорит, я поправляю цель, что я поставил святых апостолов, пророков, пастырей, учителей для совершения святых, на дело служения, для того, чтобы прийти в меру полного возраста Иисуса Христа, в мужа совершенного. Это есть цель Христа, чтобы в нас были те же чувствования, как и во Христе Иисусе, чтобы в нас горело сердце Отца по этому миру. Не просто, чтобы мы пытались по плоти,
но чтобы сердце Отца направляло нас. Ты здесь, Отец, прикоснулся к моей душе, исцелил своей любовью меня. Тебе нуждаюсь я, ты святой Отец. Ты здесь, Отец, прикоснулся к моей душе, прикоснулся к сердцу моему. Тебе нуждаюсь я, о святой, святой, святой Отец, святой, святой Иисус, святой, святой Дух Святой, святой, святой. Мой Творец исцелил любовью Божьей меня. Всегда нуждаюсь я лишь в Тебе, святой, святой Отец, святой, святой Иисус, святой, святой Дух Святой, святой, святой. Ты святой, святой, святой Отец, святой, святой Иисус, святой, святой Дух Святой, 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 спой со мной. Святой, святой Отец, святой, святой Иисус, святой Дух Святой. Святой, 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 святой Отец, святой, 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 святой Дух Святой, святой, святой народ Божий, пой со мной. Святой. Господь говорит, что это время открытых тайных комнат. Это время открытых тайных комнат, больших служений, где Господь будет приходить славой. Так, что просто так люди лукавые, они будут бояться приходить в церковь. Потому что реальность Божья будет настолько сильная, что Дух Святой будет обличать лукавых и лицемерных людей. Правосудие настолько в силе высвободится, что сразу же будет приходить правосудие там, где люди не покаются, которым будет дана возможность покаяться. Мгновенное обращение, мгновенное проявление Евангелия Христова, мгновенно обращающее сыновей в славу. И там, где наше послушание исполняется, Господь будет готов наказать всякое непослушание в духе. Святой, святой, святой.
Иисус, святой, святой. Песня, как птица, в духе парит. Песня слетает из уст твоих. Живые воды в сердце мое. Вечный источник в слове живом, милость истина, два белых крыла в духе любви поднимают меня. Власть истина в сердце моем. Вечный Господь живет прямо здесь, в этом храме земном. Твое имя Иисус, Твое имя Иисус, Твое имя Иисус. Мой Бог живой, мой Бог живой. Твое имя Иисус, Твое имя Иисус, Твое имя Иисус. Вечно со мной. Знаете, я скажу такую интересную вещь, которую Дух Святой мне прямо сейчас говорит. Вы знаете, что когда мы провозглашаем Слово Божье нашими устами, мы провозвещаем его ко спасению тех, кто слышит. Но также, вы знаете, что язык в таком месте находится между членами нашими, что он, если не, мы говорим не от сердца Божьего, он все воспаляет. А если говорим от его сердца и по его воле, он все освещает. Поэтому, друзья, положите руки на ваши уста. Да прямо пророчески скажите: Дух Святой, освети мои уста. Пусть я непрестанно буду приносить жертву хвалы. И мы прямо сейчас, по-детски, доверие, мы споем кусочками. Бог меня так ведет сейчас, чуть-чуть. Играйте ритм какой-нибудь. Твое имя Иисус. Твое имя Иисус, Твое имя Иисус, мой Бог живой. Это меч. Твое имя Иисус, меч живого слова, который выходит из уст ваших прямо сейчас для ваших сердец. Он готовит ваши сердца и сердца тех, кто будет слушать вас во время евангелизации. Вечно со мной. А теперь вы споете. Твое имя. Твое имя. Вау. Целая армия маленьких мессий, больших мессий. Твое имя Иисус. Послушайте, что Дух Святой говорит. Скажи: ты моя песня, и я пою тебя. Я пью тебя, я ем тебя, и я пою тебя. Я дышу тобой, я выдыхаю тебя, я живу тобой. И ты, Иисус, ты как личность, песня как птица, в
духе парит. Вот эти две строчки. Еще раз. Песня, как птица, сейчас в духе парит. Кто эта песня? Христос. Песня слетает прямо из уст моих. Вау. Живые воды в слове живом. Вечный Господь живет сейчас в Духе Святом. Прямо сейчас пророчество, как воды наполняют. Когда-то наполнили землю, так Бог сейчас будет наполнять землю не просто Его славой, вся земля наполнена Его славой, но будет, Бог будет наполнять познанием Его славы. Скажи, познанием Его славы. Скажи, вот я Христос, и Ты наполняешь меня познанием Твоей личности, познанием Твоей славы. И если ты переживаешь сейчас Христа, помаши двумя руками. Скажи, Христос, проявленный. Ты не просто проявленный, ты даешь знание любящим Тебя. Живое знание. И Ты омываешь нас от лжеименных знаний, от тех, которые мешают. Я сейчас попрошу, действительно, если есть среди вас смелые, если ты согласен, потому что умножились знания, но Господь говорит, от знания что происходит? Если ты согласен помолиться такой дерзкой молитвой, скажи, Господь, я прошу, возьми все знания, которые мешают тебе. И высвобождай знания лично тебя через живое слово. Я не хочу кичиться знаниями. Я хочу познавать каждый день твою личность. От славы в славу, от веры в веру. Хочу вам сказать еще одно пророчество. Господь говорит, я прихожу, как когда-то, через жезл Моисеев, через все религиозное общество, и разделяю море так, что те, кто выберут меня, пройдут с Духом Святым вместе со мной через пучину просто волнующегося моря в реальности моей. И я Духом Святым поведу их в пустыню. И из пустыни выведу в силе и власти моей. Вы знаете, сегодня никого не удивить просто дарами. Но Господь говорит, и я разделяю религиозное море респектабельных просто личностей для того, чтобы мои дети склонились передо мной. И мое помазание поведет вас среди бушующего моря волнения стихий религиозного мира. Туда, куда я определил идти, для того, чтобы ты восстал в силе и власти Христовой. Останься вот в этой ритмике клавиши, вот то, что играл ты. Сейчас клавиши, саксофоны, барабаны, эту музыку. Музыка духа. Просто голосом поддержи.
попробуй спеть. Hey!
то слово, которое было о том, что море всякой религиозной деятельности расступилось, и сыновья Божьи прошли, и просто подними руки свои. Если это ты, скажи: Господь, я хочу быть как Давид, как Христос. Хочу всегда пребывать и видеть Тебя одесную себя. Не просто знать, а Ты гарантировал нам пребывать в Тебе. Держите руки над собой, если это к вам. Потому что что-то происходит сейчас. Когда-то Иисус стал громоотводом, и гнев Отца поразил весь грех в Нем. Сегодня Ты проводник Божьей праведности, Божьей истины. И Бог хочет исцелить эту землю через твое послушание. Вы знаете, было когда-то служение поднятых рук. Это было послушание. Моисей поднял руки, и враги отступали, и были поражены. И сегодня есть, когда Дух Святой учит персты наши брани и руки сражения в послушании. Потому что Господь говорит: в телах и в душах прославляйте Господа. И Господь хочет, чтобы мы научились и сказали, что мы сами в нашем человеческом теле, мы Твои, Господь. Учи нас танцевать, учи нас сражаться, учи нас двигаться. Не просто говорить, а двигаться в Духе Святом, чтобы сила света и волны Святого Духа распространялись через наше послушание Тебе. Чувствует, что начало увеличиваться помазание, потихонечку начинай вот так вот хлопать. Если ты чувствуешь, что умножается помазание, если ты переживаешь больше, громче. И скажи: мы хотим делиться, пусть хлеб течет по водам в этом городе, пусть церковь запылает твоим огнем. Пусть это место станет известным из-за того, что реальность Бога здесь. Не просто христиане, а посланники Христовы в этом городе, во власти Господа Иисуса Христа. И Господь благоволит пребывать здесь со своим народом. Для тебя страна.
Я сейчас истолковываю. Там, где проходили марши захватчиков, Дух Святой говорит, что я высвобождаю мою славу, как реку. Высвобождаю мое присутствие и миротворцы. Многие думают, что сила и помазание пророческого орла – это сила. Но я хочу вам сказать, голуби опускаются на сердца. И приходит помазание миротворцев. Господь говорит, я подниму целую армию миротворцев, которые будут ходить с миром не так, как мир дает. Будут ходить моим миром, моим помазанием, моей мирой. И там, где ступали ноги захватников и насильников, миротворцы очистят землю, и земля будет исцелена. Через благость Божью, те, которые отчаялись, благость Божья приведет многих к покаянию. Когда Петр стоял в лодке и всю ночь ловил рыбу, это прообраз церкви, Христос стоял на берегу, и Он сказал Петру, закинь по правую сторону. И действительно, плотник учил рыбака. И Петр в послушании Христу закинул и поймал большой улов рыбы в послушании Христу. Он до этого всю ночь ловил. И там, где он поймал в послушании Христу, что так много, он упал на колени и сказал, Господи, я хочу вам сказать, что первее пришло, благость Божья или покаяние? Давайте скажем, благость Христова, благость Христовой истины, потому что мы служим Богу в обновлении Духа, а не по ветхой букве. Дух Святой обновляет ее. Вау. И двинулся ангел Божий, шедший перед станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в средину между станом египетским и между станом сынов Израилевых. И был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, слушай внимательно, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушей, и расступились воды, и пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Дух Святой – это ветер перемен. Написано, что ветер дул на море, на препятствия, стоящие на пути сынов Божьих. Сынов Израилевых стало препятствие море, чтобы уйти от врага, но Бог повелел ветру дуть, и он дул всю ночь. Он дул столько, сколько нужно было, чтобы воды расступились. Он дул столько, сколько нужно, чтобы воды расступились, чтобы открылась дорога. Аминь. Дух Святой сегодня, как ветер, он идет впереди сынов Божьих. Он идет впереди сынов Израилевых. Он идет впереди своей церкви, чтобы воды расступились, чтобы мы могли пройти посуху. И там, где раньше было препятствие, то, что мы называли раньше препятствием, это станет стеной справа и слева от нас, защищающей нас от мира сего. И мы пройдем и выйдем в то место, которое Бог для нас приготовил. Аллилуйя! Аллилуйя!
Вау. Я вижу, как Христос стоял и запретил шторму. Всякому человеческому шторму в этом городе. Я хочу вам сказать, вы будете видеть и свидетельствовать, что Христос запрещает всякому волнению. И всякий, кто производит это волнение, да будет успокоен потом от Слова Божьего. Потому что Слово власти Христовой говорит, бурям успокоиться. Склоняю
А сейчас, братья, ты велик. Ты велик, Господь мой. Ты велик, Господь мой. А теперь все вместе акапелла под клавиши. Ты велик, Господь мой. Славен и силен. Ты велик, Господь мой. Склоняюсь пред тобой. Еще раз. Ты велик, Господь мой. Славен и силен. Ты велик, Господь мой. Склоняюсь пред тобой. Для его величия еще сила. Ценный Дух Святой, Дух милосердия и утешения. Мы почитаем Тебя на этом месте. Драгоценная личность. Драгоценная личность. Спасибо Тебе за погружение. Спасибо, что Ты открываешь Твою любовь. Дай нам чувствовать Твой запах, Твое благоухание. Пусть повеют ветры на сад Твой. Пусть сладость польется. Особое, я хочу вам сказать, я помазание вижу, будете смеяться, на ваших носах. Бог дает Божий нюх, другими словами, развлечение Духа. Дух Святой высвобождает запах. Запах. Ты будешь чувствовать на расстоянии через любовь Божью. Запах сладости истины Божьей. Кто соглашается с этой
песни. Кто хочет знать больше саму любовь? Я хочу познать полноту любви. Согласен, больше той любви, что есть на земле. Веди меня глубже в царские палаты, что есть широта, глубина и высота и долгота. Дай любви во мне возрастать, чтобы исполниться всей полнотой твоей. С тобой.
возношу я пред тобой. Буду славить петь тебе я, только ты достоин славы. Поклонение и всю славу возношу я пред тобой. Всем сердцем моим и прославлю силою всей обращусь я к Тебе, мой Господь. Спасибо Тебе, Господь, за Твои печати, за Твои венцы, за Твои благословения, там, где Ты благословляешь. Но мы сегодня как одно тело. Если вы переживаете, если вы просто согласны, возьмите друг другу за руки сейчас. Если вы просто согласны, если это вас касается, если нет, нет. Возьмите и скажите: Христос, я соглашаюсь сейчас, чтобы Ты благословил того, кого я держу за руку, в 10 раз сильнее, чем меня, материально, физическим здоровьем. Благослови его в служении, явись через него в силе и славе, и скажи: пусть Твое помазание умножится на этом месте. Скажи: больше. У Тебя есть гораздо больше, о чем мы просим и даже помышляем. Скажи: больше! Больше! Больше!
мощью Твоей славы, огнем помазания. Благодаря крови, благодаря крови, благодаря той пролитой жизни, там, где Ты сказал, свершилось, разорвались небеса, и Ты зашел в силе. Блажен народ, знающий Тебя, познающий Твою славу. Блаженны вы, потому что Бог поднимает сыновей, сыновей славы. Бог поднимает, потому что все творение стенает и мучится до тех пор, пока вы, сыновья, не будете открывать таинство небес для тех, кто живет на земле. Это не просто церковь, это где-то в поле, на свободном месте. И не видно, не бывает такого количества ни на одном рок-концерте. Явление славы. Явление славы, где народ просто пребывает. Одетый в облако Божье, где облако Божье учит, благословляет, изменяет, и вся слава Господу. И скажите вместе со мной, это будет здесь. Спаситель мой навсегда. Его имя Иисус. Его имя Иисус. Все мои грехи Он простил. Пред собой меня освятил. Его имя Иисус. Его имя Иисус. Прославляй и величай имя Его. Имя Его прославляй и величай, имя Его прославляй и величай. Спаситель мой навсегда. Его имя Иисус. Его имя Иисус. Все мои грехи Он простил. Пред собой меня осветил. Его имя Иисус. Как Его имя? Его имя Иисус. Прославляй и величай имя Его. Народ Божий! Прославляй и величай имя Его. Прославляй и величай имя Его.
крещение! Воинство небесное! Воинство небесное! Воинство небесное! Идите во всю землю! Мчится суета, когда мы знаем, что наш папа и боли в сердце больше нет, на все вопросы есть ответ, когда папа дома. Сердце к сердцу разговор, тьма не прольется, ты за что? Когда мы знаем, что папа дома, и будут вести в доме том, и радость сердца лишь о нем. Когда мы знаем, что папа дома. Ложимся и встаем, он нас, а мы как дети в нем. Мы знаем, что и будут песни в доме том, и радость сердца лишь о нем, когда мы знаем, что папа дом. Oh,
однажды в студеную зимнюю пору свет Божий воссиял. Я хочу поделиться коротко. Понимаете, чандор лебе бесентей. Курмафаль деген духа шабада. Нет, не об этом сейчас. Это от духа. Свобождение такое. А кому хорошо? Скажите, хорошо ведь! Когда Господь создавал все, Он сказал, весьма хорошо. Я хочу вам сказать. Я вам пророчество сейчас хочу сказать. О! Сейчас. Когда-то мы делились с моим другом, вы знаете, Валеру Куропа, да? Знаете? Когда-то он мне рассказывает, и я ему рассказываю на встрече свидетельство. Однажды я был в присутствии Божьем. Один из разов. И когда помазание сошло на меня, у меня было такое состояние, я не мог двигаться. И помазание просто пленило, отдело меня. И я просто так потихоньку сплыл. Это было в поле. Я думаю, как же я вернусь домой? Это была последняя мысль. И я хочу вам сказать. Скажи, что трансы от Духа Святого – это нормально. Ты веришь? Исступление – это нормально. Однажды просто вышел помолиться один друг. Его звали Петр. И все. И уже никто никуда не идет. Однажды Павел так, не помнит, 14 лет назад или год назад. 14 лет назад он то ли в теле, то ли вне тела вышел куда-то и пропал. Я хочу вам сказать, это вполне нормальная реальность. Последняя мысль у меня была, как я дойду домой. Потом раз, и все. И я погружался в туки Божьи. Дух Святой... Вот как сейчас, скажите, туки Божьи. Божья просто реальность, настолько реальная, что можно касаться славы, реальности Божьей. И Бог окружал меня этим, и окружал я. Я погружался и думал, мне так классно просто от того, что вся суета ушла. От того, что я был без плода, от того ума плотского. Просто он выключился, и вдруг реки, Божьих откровений, вдруг покой, мир, суббота. Меня отключило просто. Отключились все неправильные нервные системы и включились в Царство Божье. И вдруг Дух Святой, я думал, все, мне так классно было зависнуть просто в туках Божьих. Но Бог говорит, это только часть моего чрева. Я хочу что-то тебе показать. И вдруг Бог начал вести через это чрево, и я увидел новое небо и новую землю, которую Он приготовил. Я так думаю, это мое переживание. И все звучало. И точно такую же вещь мне рассказывает Короб. Вся земля издавала звуки. Деревья, трава. Звуки и свет вместе. Это были звуки, которые проницали. И не поймешь, то ли свет, то ли звуки изначально. Но знаете, я вам скажу, я думал, сначала не мог понять, что, почему. Мы обычно очень много нежных песен поем. А сегодня мы просто, я не пойму, такое ходатайство, идет такой... Я скажу, духовный рок-н-ролл, не могу понять. Я говорю, что это, я не могу понять. Я хочу вам сказать, Бог есть свет. И свет – это Божий звук. И Божий свет настолько включается здесь, в генераторе Церкви Божьей, что просто тьма будет улетать из этого города. Улетать вся неправда, вся ложь, все фарисейство будет слетать. Все, что не настоящее, будет слетать. И я пророчествую сейчас. И там, где один говорит, прогоняются тысячи, там, где двое соглашаются, десятки тысяч. А там, где мы согласимся, скажите, Бог, Ты есть свет. И свет во тьме свечит. И тьма не объемлет его. И сила света и звука Божьей жизни настолько высвободится в этом городе. Просто... Я не могу даже себе представить, насколько сила света Божьего высвободится. Потому что вначале было Слово, Слово было у Бога, и Бог есть свет. Это настолько в силе, что благодать настолько высвободится, что рыбу
просто нужно будет брать голыми руками. Вы знаете, когда есть такое слово нерест, или когда рыбу берут голыми руками, к ней просто, ее даже ловить не надо. Ты ее просто берешь, и рыба даже не спрашивает, у тебя как тебя зовут, это не важно. Ты просто говоришь, как Иисус, пошли со мной. И рыба берет и идет за тобой. Рыба на плавниках идет за тобой. У нее еще пока нет ног, но ноги превращаются постепенно. То есть плавники превращаются в ноги. Вдруг открываются глаза, и шла рыба, и стала Сыном Божьим по дороге. Ноги по дороге. Игореня, глушить рыбу не надо. Вау! Вау! Я просто пророчествую. Если вы соглашаетесь, давайте скажем аминь на это слово. И не в, мы, люди, которые мы настоящие, мы хотим, чтобы все было по-настоящему, по-божьему. Если ходатайство, ходатайство, если поклонение, поклонение. Только мы начинаем поклоняться опять в ходатайство. Только прославлять опять в ходатайство. Опять в молитву. Инструменты просто руки. Не для скуки, как говорится, а для любви сердца. И для любви сердца, и вы знаете, что в Боге, есть только начало. Начало. И дальше глубины. И те, кто верят в эти глубины, для них нет конца. Потому что они только входят в Царство Божье. И углубляются. И вы народ, предназначенный глубинам Божьим. И я хочу вам сказать, этот город предназначен глубинам Божьим. Вы скажете, как? Почему? Может ли страна появиться в один день? А может, в один день, может ли народ просто образоваться в один день? Друзья, я вам говорю о реальностях, присутствиях, и о том, когда Павел говорит, что было со мной такое, что не помню, в теле или не теле. Я говорю о Петре, я говорю о Христе, я говорю о всех помазанниках Божьих, когда вдруг в одну секунду они познавали что-то большее. Они становились не просто служителями, они становились отцами. Отцовство начинало течь через них, потому что они познавали без начального. И я хочу вам сказать, это помазание, познание без начального. Украина поднимается от младенчества. И я слышу это прямо в духе. Пока я был младенцем, но когда стал мужем, оставил. Младенческая. Прибывает сейчас вера, надежда, любовь. Любовь из них больше. И вот приходит отцовство. В чем оно приходит? Что отцовство надвигается на Украину. Отцовство надвигается на сиротство. Отцовство надвигается на вдовство. Отцовство надвигается просто на нищих, больных. На тех, кто думает о себе, что они никчемные. Отцовство настоящее приходит. И мы провозглашаем, провозвещаем, пророчествуем и говорим, блаженны наши ноги, потому что они говорят, мир, суббота, шалом земле этой, на которой мы стоим. Божий свет, Божий шалом, Царство Божье. Вау! Вашу церковь будут знать по реальности Божьей. Не потому, что вы придерживайтесь определенной деноминации, да, и определенной доктрины. Это все хорошо, но вас будут знать, как народ, который ходит в Его славе, в Его реальности, в Его свидетельстве. Многие спрашивают, что такое пророчество? Пророческий дух – это свидетельство Христово. Откровение, говорит, это свидетельство Христово. Это не просто какие-то знания. Это помазание, свидетельство Христова, которое прошло сквозь смерть, сквозь тьму, сквозь ложь. Это там, где мы не могли, а Христос через страх прошел через стены и сказал ученикам, мир вам. Это свидетельство Христова, которое приходит сейчас. И вы знаете, Христу все равно, Он говорит, я все равно доберусь до твоего сердца. Ты настолько важен мне, что я упаду на тебя. Я нагоню, я достигну на тебя, я обрушусь на тебя. Пройду через твои стены, через твои страхи, через твои неверия. Потому что он говорит, я Христос, я прошел сквозь смерть, поэтому до тебя добраться ничего не представляет. Поэтому ожидай в Духе Святом. Ты думаешь, что-то с другими происходит, а со мной нет? Я тебе хочу сказать, я пророчествую, с тобой такое произойдет. Ты войдешь в
ванную комнату, он там. Ты зайдешь в кухню, он там. Будешь мыть тарелки. Один монах в православной церкви мыл тарелки. Все деревни сходились смотреть, потому что они окунались в присутствие Божье. Потому что он познал безначального. Вы будете просто работать, люди будут липнуть к вам, потому что вы будете соленые. Все лоси будут сбегаться, чтобы слизывать с вас соль. Вы будете в его реальности. Вау! Настолько сила его помазания будет на вас. Вы зайдете в туалет, и там он. И там откровения Божьи накроют вас. Потому что он сотворил вас. Вы спрашиваете, почему муж не может меня понять? А он не должен понимать, он не сотворил тебя. Но есть тот, кто понимает тебя полностью. Потому что он сотворил тебя, знает каждый кусочек ткани твоей. Он вдохнул дыхание в тебя, он знает все внутри тебя. Поэтому Дух Святой открывает тебе сегодня того утешителя, того понимающего, который все во всем для тебя. Мы не можем здесь ожидать от кого-то, от людей чего-то. Нет. Потому что Христос, Он все во всем. Все во всем. Весь смысл бытия. Там, где мы соединяемся с Ним, мы невеста Его. Ой-ой-ой-ой-ой. Я принадлежу возлюбленному моему. Я принадлежу, принадлежу Ему. Если согласен со мной, спой. Я принадлежу возлюбленному моему. Я принадлежу, принадлежу Ему. И большие воды не потушат любви. Реки не зальют ее, не погасят огни. Потому ли так она, от любви его никто не отлучит меня. Я принадлежу возлюбленному моему. Я принадлежу, принадлежу Ему. Я принадлежу возлюбленному моему. Я принадлежу, принадлежу Ему. И большие воды не потушат любви. Реки не зальют ее, не погасят огни. Потому сильна, как смерть, любовь твоя. От любви твоей никто не отлучит меня. Душа моя, потому что царь царей возлюбил тебя. Он тебя давно познал и послал свой покой. За тебя он жизнь отдал, Бог навеки с тобой. Thank you.
возношу мои руки к небу, прославляя Творца Вселенной. Пусть прольется в небеса прославление из сердца моего. Я не хочу быть таким, как прежде, от Твоей славы буду меняться. В Твоей любви я буду купаться, Твоими путями ходить. Я говорю, Иисус, во мне. Я говорю, Иисус, ты нужен мне. Тебе одном я нахожу покой. Хочу я слышать нежный голос Твой, Иисус, будь со мной. Ты одном я нахожу покой. Хочу я слышать нежный голос Твой, Иисус, будь со мной. Возношу мои руки к небу, прославляя Творца Вселенной. Пусть прольется в небеса прославление из сердца моего. Я не хочу быть таким, как прежде, от Твоей славы хочу меняться. Твоей любви я хочу касаться, Твоими путями ходить. Я говорю, Иисус, Твоя любовь во мне. Я говорю, Иисус, ты нужен мне. В Тебе одном я нахожу покой. Слышать нежный голос Твой, Иисус, будь со мной. Тебе одном я нахожу покой. Хочу я слышать нежный голос Твой, Иисус, будь со мной. В Тебе одном. Благодарю Тебя за привилегию, Господь, там, где Ты даешь возможность служить среди Твоего народа. Просто у меня интересное откровение, там, где люди поднимают руки, Дух Святой просто выдергивает их прямо от земли, от земного, от суеты. Там, где люди поднимают руки пророчески, просто если вы в духе чувствуете, поднимаете руки, Господь хочет брать вас в небеса. Здесь, на земле. Просто. Я просто видел, как вдруг Дух Святой начал брать в небеса.
чрево, в чрево Отца, где действительно Христос пропитывает своими туками, пленяет, пленяет. Ты из плена Его убегать не спеши, когда снимается печать за печатью. Очисти мою жизнь, исследуй мою жизнь, очисти меня. Пусть воссияет тобой душа моя. Открытая книга, душа живая, лист за листом перелистая, со мною ты всегда, во все дни мои. Хвали Христа, душа моя, улетай, где небеса зовут тебя. Просвещай, останавливай, исцеляешь, освобождаешь. Исследуй мою жизнь, очисти меня. Пусть воссияет тобой душа моя. Когда иду я в кромешной тьме, святой огонь горит во мне, за мною ты везде, во все дни мои. Хвали Христа, душа моя, we'll be right back.
сейчас поем в конце эту песню. Знаете, почему я люблю петь «Аллилуйя»? Это состояние сердца, когда Христос целует тебя в душу. Это не просто слова, это восторг. Это удовлетворение, когда Святой целует тебя поцелуем любви, через которое было сотворено человечество. Целованием святым. Аллилуйя! Возле тебя. И Он приветствуется с тобой святым целованием. И от этого, через Его дыхание, уходит всякое искушение, всякая тьма, все, что ты не можешь держать сам. Аллилуйя. Ты нравишься Ему. Ты Его невеста. Он свят, бел и румян. Его есть живая истина, святой поцелуй. Аллилуйя! 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 Вокруг тебя Он ближе, чем кожа, Он ближе, чем я, Он ближе, чем думаешь ты, о чем все мысли твои. Он больше твоей головы, больше, чем мысли твои, Он больше вселенной, им все сотворены, но кроток и смирен Он вмещается в сердце мое, им дышим, живем мы. Он целует меня, Он целует тебя. Улетает душа моя, прямо здесь входит в небо. И двое на одной кровати, один летает в небесах, другой латает заплаты. Но Господь изливает кровь свою святую для того, чтоб ты был вместе с Ним, целуя тебя и меня. Он дышит любовью своей на тебя, вдыхает. Он поедает тебя и меня, мы хлеб Его. Он наш хлеб живой. Он ходит за мной, за тобой. Охраняет тебя и меня. И никто из рук Его не похитит тебя. Аллилуйя.
Господь, Его слово твердо. Он Бог. Он все. Ну, давай. Ты ходатайствующая пророческая церковь. Ударяй ладонь о ладонь. И удлиняется меч твой. И свет во тьме светит. И невеста вместе взывают. Дух и невеста, невеста в страсти по своему возлюбленному. Невеста в страсти зывает: приди, Господи, приди, Господи. Хвала Господу. Аллилуйя. 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 Я верю, что прямо во время этого поклонения болезни уходят. Приходит исцеление. Приходит свобода. Просто принимай сейчас помазание здесь. Дух жизни здесь. Живая вода здесь. Помазание здесь. Чтобы разбить оковы дьявола. А тука моего, говорит Бог, распадется. Слышишь, распадется. Распадется всякое ярмо. От тука Божьего распадется всякое дьявольское ярмо. Когда народ Божий поклоняется, ангелы соединяются в этой хвале
Небеса поют. Небеса поют. Богу небес. Богу богов. Господу господствующий. Ангелы поют. Церковь поет. Открываются небеса. И сливается благодать. Открываются небеса. И сливается благодать. Открываются небеса. И сливается благодать. Holy shit! Кроме села более калисты. Рабило кура мило сонба кашете ке бола са. Маребо кура малатиресте. Мешаме кура мило кум малатиес. Реба копа шана. Макон малатиес сома ла сила сана. Mi consentava, mi roba le kinder la sole ma shande che bo, mi cala, abbia somma catala, per lei buco, si ma, si te, l'urema l'ara buco, mi sciacchi te, mi codoba cantila sei, cosciana, mi coro l'abbi sindabu, mi rilo con bradi, si la shande che, mi rilo canzana che, ma che era bo satia, mi cala bale che l'ore si da sce. Carreboco, shikanamis, mulakanis se la bosha, beko, milara, uriabokur leristias, mirabo raba kanye, ramiela oso, mikashana, mikoras eshika, miglabus, ushida, makatias. И Дух Божий говорит, они думали, что не спрятались за горой и приготовили засаду моему народу. Но я вижу сверху то, что происходит на земле. Господь говорит, я вижу в начале, что будет в конце. Я называю несуществующее, как существующее. Они готовили пастку, засаду, но я приготовил для них засаду. Говорит Бог. Не они владыка, не враги твои владыка, я владыка, говорит Бог. Уповай на Бога твоего всем сердцем твоим. И не полагайся на разум твой. Если хочешь видеть славу Божию, говорит Бог. Полагайся на меня всем своим сердцем. Не доверяй чувствам своим, иди верой. И когда враги восстали, они были поражены, потому что Господь сказал, я сражаюсь за свой народ. Я сражаюсь за своих детей. Я положил душу свою за детей своих. Аллилуйя! И никто это не изменит. Бог сказал, и никто этого не изменит. Сегодня Бог говорит, я сражаюсь за тебя. Когда ты поклоняешься мне, у кого-то сегодня дьявол приготовил оружие, чтобы поразить, но Бог разрушил этот замысел. Пока ты здесь, там Бог сокрушил силу врага в ланиту во имя Иисуса. Потому что ты избрал благую часть. Ты избрал благую часть прийти поклониться Владыке, Богу Небес. И потому, что бы ни было приготовлено против твоей жизни, Бог сокрушил. Бог сокрушил. Бог сокрушил это. Дух Божий говорит. Ты увидишь славу мою, говорит Господь. Ты услышишь ту новость, ту весть, которая тебя порадует. То, с чем ты не мог справиться до сих пор. Бог говорит, пока ты здесь славил меня, я решал твои проблемы. Богу нравится, когда мы славим Его. Богу нравится, когда мы поем Ему «Аллилуйя». Богу нравится, когда кричим мы Ему во славу Его. Аллилуйя. 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 Еще дух поет. Аллилуйя. 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 Еще спой.
Аллилуйя! Аллилуйя, смешей! Аллилуйя, смешей! Кроме шейка, бро! Кирала бостор! Кроме кей! Кроме лесе! Шира! Омакерас! Лура! Хвала тебе, Господь! Не пристанет в устах наших! Хвала тебе, Господь! Не пристанет в сердцах наших! Мы будем возвещать о великих делах Божьих! Мы будем возвещать в больших собраниях! Аллилуйя! Слава тебе! Царь царей! Бог богов! Слава тебе! Вокруг Иерихона были верующие? Вы думали, что все они сказали: да, Господь, мы увидим Твою славу. Они просто ходили в страхе. Надо идти, Бог сказал. А потом еще орать предстоит нам. Один круг, второй круг. Слушайте, это безумие. Как стены могут упасть от крика нашего? Мы что, гиганты какие-то? Здесь помазали. Бог говорит: от Духа моего, говорит Господь. Не силой твоим, не воинством, но Духом моим, говорит Господь. Не силой твоей человеческой, но Духом моим, говорит Господь. Сокрушаться твердыни и запоры вечные. Сокрушаться твердыни и запоры вечные. Сокрушаться. Вы думаете, не все были верующие? Нет, друзья мои. Но Бог сказал, и не изменит. Нашлось несколько человек, которые сказали: кричим. Нашлось несколько людей, которые говорят: у нас получится. Есть кто-нибудь здесь, кто со мной согласен? У нас получится. У нас получится. Аминь. Скажите, мы место. Мы готовое место. Мы площадка для славы Божьей. Мы губка, которая впитывает славу по вере, через доверие.
Просто Бог сказал, и Он сделает. И поэтому у нас не может не получиться. И эти несколько человек изменили историю всего народа Израиля. Несколько человек, которые были согласны с Богом, а не с людьми. Мало ли, что люди думают или говорят. Мало ли, какие опыты люди прошли. Говорят, о, у меня был уже опыт, я пробовал, молился, ничего не получилось. Это у тебя не получилось, у него всегда получится. Это у него не получилось, а у тебя получится. Потому что ты человек веры, и ты говоришь, Господь со мной, Бог за меня, аллилуйя. А если Бог за меня? А если Бог за меня? Кто против меня? А если Бог за меня? Кто против меня? А если Бог за тебя? Всем врагам хана. Воду в вино превратил. Очи слепых ты открыл, лишь ты один Бог, лишь ты один. Свет твой во тьме воссиял, ты нас из пепла поднял, лишь ты один Бог, лишь ты один. Великий, Бог неизменный, Бог ты превыше всего во вселенной. Наш Бог целитель, Он всемогущий, наш Бог, наш Бог. Наш Бог великий, Бог неизменный, Бог ты превыше всего во вселенной. Наш Бог целитель, Он всемогущий, наш Бог. Если Бог с нами, кто станет против нас? И если Бог с нами, кто нас остановит? И если Бог с нами, кто станет против нас? Кто станет против нас? Наш Бог велик. Вселенной, мой Бог целитель, Бог Иисус.
Это всего лишь 3 часа ходатайства. Представляете, много таких команд. И мы сейчас помолимся: Господь, умножь команды. Киргизы придут. Киргизы идут, казахи идут. Все сдадутся. Аллилуйя, в славу Божью. Никто не может удержать. Никто не может. Вау, потому что он пленил плен. Он пленил плен и просто дал даром. Даром дал. Аминь, аминь. Друзья, Бог исцелил у кого-то проблема с легкими, как туберкулез. Примите исцеление сейчас. Я так верю также, что Бог исцелил чью-то вену на шее. У вас была какая-то проблема с веной на шее. Будьте исцелены во имя Иисуса. И также, пока кто-то славил, у вас исцелились суставы, у вас были проблемы, как артрит, Бог исцелил вас сейчас. Просто примите во имя Иисуса. Но у кого-то также проблема был хронический запор, примите исцеление прямо сейчас во имя Иисуса Христа.
будьте исцелены. Просто принимайте с верой. Это не просто были песни, это было ходатайство, это была хвала, это было поклонение, это было оружие против всех дел дьявола. Во имя Иисуса, аллилуйя. Кто-то в своем сердце вернулся к Отцу сегодня, кто-то сегодня пришел к Богу с новым сердцем, с новым огнем, загорелся в Духе Святом, потому что Бог говорил сегодня в твою жизнь. Аллилуйя. Аллилуйя. Просто я хочу свидетельствовать, это самое сильное ходатайственное служение, или как бы как оно, пророческое поклонение, самое сильное из того, что я когда-либо в нашей церкви, по крайней мере, слышал и видел. Я просто благословлен. Я просто благословлен. Это сильно. Это от сердца. Это реально из Духа Божьего. Аллилуйя. 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 Аллилуйя! 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 Глория, священники, рили и бубу су. Лири и бокуру раба кара рили и бубу су тукоша. Меки рили и бубу су. Мери рику руло бакатири лабу су душете кири лабу су. Макатири лало буду дури дири кири дебу лобу лабарейше. Хочу пророчествовать умножение, серьезно. Я говорю слово, умножьтесь. То, что было сейчас, это только начало. Бог хочет умножить, разорвать поклонение и ходатайство. Это не то, что мы можем уберечь и что-то сделать. Нет, это там, где мы в послушании Богу полагаем свою жизнь. Там, где мы полагаем наши жизни перед Богом, Господь это делает дорогой, послушание Ему. И Он приходит путями жизни к тем, которым уже поставили диагнозы, к тем, которым уже поставили печати на лбу, к тем, которым уже сказали, невозможно, ничего. Бог говорит, возможно, это будет, потому что я сказал, и народ мой согласился со мной, потому что я дал власть народу моему на этой земле. Ту власть, которую потерял Адам и Ева, я дал моему народу. И он поднял жезл, он поднял власть и говорит, да будет во имя Господне, да исполнится. Амин, амин, амин. Слушайте, это невероятно. Такого у нас еще не было. Аллилуйя! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бог сказал, это только начало. Но я хочу сказать, помолись Господу сейчас и спроси, Господь, что я чем я могу воздать? Что принести? Чашу Господню приму, имя Господне призову. Но я хочу тебе сказать, стань частью. Большой частью. Укоренись. Не отпусти благословения. Не отпусти благословения. Скажи, у нас будут лучше. Это только начало. Друзья, у нас сейчас есть... Ох, у меня же я... Я не могу... Растут мясом, Божьими туками. Я хочу вам сказать, на этом месте кость будет соединяться с костью, суставы будут соединяться. На этом месте пророчествуют духом, пусть суставы соединяются. Это место единства. Во Христе, потому что здесь превознесен Христос. Господь говорит, там, где превознесен Христос, всех привлеку к себе. Всех привлеку к себе. И вы будете обручать единому мужу, Иисусу Христу.
А, есть место, где Дух Святой будет высвобождать воздыхания неизреченные. А. Фа. А. Чрево, которое будет молиться круглые сутки, поклоняться круглые сутки. Здесь есть чрево, готовое для этого. Мы шокированы были. Нас пригласили для первого раза. Мы для первого раза никогда еще такого не делали. Мы так не безобразничали ни разу для первого раза вот так вот. Это слава Божья. Бабушка приехала. Пароль. Я хочу вам сказать, наследство Божье пришло. Вы говорите, я первый в роду. Наследство Христово приходит. Наследство Авраамова приходит. Почему бабушка? Потому что дедушка давно уже здесь. Окей, дайте сказать. Я могу что-то сказать? Уже могу, включился. Аллилуйя. Это что-то было. Я не мог произнести даже в мыслях слово. Не то, что там в устах. Это невероятно. Слушайте, помазание такое, что я не мог сказать. Я не мог сказать. Народ слишком набожный. Вау! Рогами избадаем из псалма. Рог – это символ власти. Нам хочется приезжать к вам на такие молитвы.
Окей. Хорошо. Не, а вообще серьезно, друзья. Вот кого огонь сегодня зажег Божий? Вот, и ему мы за это славу и воздаем. Вот, еще раз, ну, это очень удивительно, нам для первого раза просто здесь, ну, мы называем это в своем кругу, что это бомба взорвалась, потому что есть духовные атомные взрывы, и это происходит тогда, когда сердца в единстве, Дух Святой приводит в совершенное единство, и они одновременно зажигаются, и происходят невероятные вещи.